В индийском штате Керала арестовали 6 руководителей комитета храма, в котором произошел пожар. Сейчас их допрашивает полиция. Ранее сотрудники правопорядка завели дела на 50 человек, в их числе члены комитета, организаторы шоу фейерверков и их работники. Всем были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Напомню, пожар в храме произошел позавчера во время религиозного фестиваля. Погибли 109 человек, более 300 пострадали. По предварительным данным, причиной возгорания стали фейерверки.